В больницах республики началась диспансеризация. Обследовать свое здоровье необходимо тем, чей возраст делится на три. Во время диспансеризации можно проверить состояние своего здоровья, своевременно получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или советы по профилактике, в зависимости от возраста и образа жизни. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в медучреждение, к которому вы прикреплены. В 2016 году в республике в диспансеризацию прошли более 200 тысяч человек. Благодаря проведенным обследованиям у жителей Чувашии впервые выявлено более 27 тысяч различных заболеваний. Из них более 5 тысяч заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более 2 тысяч человек имеют заболевания желудочно-кишечного тракта. Все они направлены на дообследование для уточнения диагноза. Кроме того, у 400 человек в ходе диспансеризации впервые выявлены злокачественные новообразования на ранних стадиях их развития, сообщают в Минздраве Чувашии.